Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как можно сделать компьютер для вашей дочери, внучки или племянницы. А лучше всего, конечно, делать вместе с ними. Все здесь как настоящее. И клавиатура, и мышка, и монитор, и даже процессор. Вот это материалы, которые вам понадобятся для этого проекта. И сейчас делаю заготовки. Это молочная бутылка, такая канистра 4-литровая, у нас в Канаде продается такие, и в Америке. Делаю разметку 10 сантиметров от дна и отрезаю эту часть. Оставляю пока ее в покое. Теперь занимаюсь бутылочкой из-под уксуса. Я тоже убираю здесь горлышко, полностью отрезаю. Оно нам не нужно, оно пригодится у меня в другом проекте. Никогда вообще ничего не выбрасываю. Теперь эту часть оставшуюся я разрезаю полностью вдоль. И вот видите, там уже у меня есть разметка. Я разметила одну половинку разрезать пополам. Это у меня будет клавиатура. То есть эту часть я полностью разрезаю по всему периметру. Вот я теперь разрезаю эту часть. Это будет клавиатура. А вторая половинка от уксусной бутылки, это будет служить монитором. Вот я сейчас примеряюсь, как лучше это сделать. Для жесткости лучше всего положить внутрь кусок пенопласта, что я и делаю. Он хорошо приклеивается. Вообще очень приятно работает с этой бутылкой. Она не коробится. Это сейчас обклеиваю монитор. Тоже для жесткости вам понадобится кусочек пенопласта. Вот еще два кусочка пенопласта я вырезаю для процессора. Два абсолютно одинаковых кусочка. Процессора вы можете делать любой ширины. Какой вам понравится. Я, правда, давненько делаю этот проект. И я не помню точные данные, но вы, люди умные, сообразите. Вот я вырезала две половинки. И теперь буду обклеивать с двух сторон этот пенопласт. Одна штучка пенопласта будет служить дном, вторая будет крышкой верхом. Итак, продолжу рассказ. Мне очень нравится работать с этими молочными бутылками, вот с уксусной бутылкой. Они очень хорошо клеятся, что друг к дружке, что вот к пенопласту. Все получается ровненькое, такое красивое, аккуратное. Вот я приклеила дно. Теперь я намазываю, к сожалению, не видно, не попадает в руки в камеру. Намазала горячим клеем. И теперь приклеиваю вторую часть. Это будет дно. И теперь сверху сейчас накрою вторым кусочком пластика. Все, вот он, наш монитор практически готов. Сейчас вы увидите, как я буду делать мышку. Для этого мне понадобилось две пробки, одна из них должна быть мягкой. Наложила одну на другую, сделала контур, вырезала половинку и теперь прорезаю ножницами щелочку для мышки. Это палочка от мороженого маленькая. Вот я ее обрезала. Вот так выглядит эта часть с мягкой пробкой. Теперь наношу клей на жесткую пробку. Соединяю вместе, и вот у меня получается мышка. Теперь любое горлышко от любой бутылки. Это, по-моему, у меня была литровая бутылка. Я делаю подставкой под монитор. Она у меня немножко с наклоном, то есть одна часть этого горлышка обрезана чуть ниже, другая чуть выше. А теперь все это мы красим в белый цвет, абсолютно все. И монитор, чтобы все было одного и того же цвета, одного и того же качества. Это я клавиатуру крашу. А теперь придаем всему этому девчачий цвет, розовый. И теперь я делаю экран. Это кусочек голубого фламинго.
я вырезала бренд Microsoft'а, тоже из фламинго, наклеила. Теперь мы напишем привет Биллу Гейтсу. Hello, Bill. Пусть порадуется, что и на игрушках на наших тоже есть. А это я делаю такие кнопки. Тоже из фламинго. Черный фламинг. А второй розовый, это был он белым. Я его покрасила в розовый. И края замазала фломастером. Теперь делаем декорацию для процессора. Вот такие черные полосочки. Все это на горячий клей. Хорошо все клеится. И кнопочка для старта. Отлично. Немножко украшаем мышку. Покрасим колесико в черный цвет. Вы можете использовать другие цвета, конечно. И сделать это намного аккуратнее, чем у меня получилось. Это я делаю клавиатуру. Тоже не совсем было просто вырезать очень ровные квадратики и наклеить их очень сильно ровно. Надеюсь, вы талантливее меня, у вас получится гораздо лучше. Вот он наш компьютер получился. Процессор. Теперь кладем коврик такой. Его можно сделать, кстати, из фоминга. Это готовая подставка под горячее для детей. Мышечка. Все работает у нас. Ну вот. Готовый компьютер. Ребенок может поиграть. А удовольствие сколько получит, когда будет делать. Если нравится видео, кликните лайк. Подпишитесь, дружите со мной в Фейсбуке. Всего доброго!